На Камчатке более 130 тысяч человек привиты против COVID-19. По состоянию на утро 10 января общее количество вакцинированных граждан на территории полуострова составляет 131 178 человек, сообщили в Краевом министерстве здравоохранения. Напомним, прививку от коронавируса бесплатно можно сделать в любой поликлинике региона и в мобильных пунктах вакцинации. Информационное агентство «Камчатка».